Долго ли мне гулять на свете? То в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком. Не в наследственной берлоге, не средь отческих могил, на большой мне знать дороге умереть Господь судил. На каменьях под копытом, на горе под колесом, или во рву водой размытом под разобранным мостом. Или чума меня подцепит, или мороз огостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид. Или в лесу под нож злодею попадусь я в стороне, или со скуки околею где-нибудь в карантине. Долго ли мне в тоске холодный пост невольность соблюдать и телятиной холодной трюфли яра поминать? То ли дело быть на месте, поместницкой разъезжать, о деревне, о невесте на досуге помышлять? То ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай? То ли дело, братцы, дома? Ну, пошел же, погоняй! Артемий Липовцев.
Пушкина, он говорит, ай да Пушкин, ай да сукин сын, да? Нет, сегодня хочется сказать, немножко перефразируя его же строчки, ты Пушкин бог и сам того не знаешь. Спасибо, что были с нами и с нашими замечательными артистами. Приглашаю всех, потому что хором дружить очень здорово, а когда еще и Пушкин с нами, это вообще замечательно. До новых встреч!